Сегодня игралась, как сегодняшняя игра? Такое. Такое? Да. А почему? Могли лучше. Ну, реализация, не знаю. У нас перед этим тоже был турнир, с игры приехали с другой. Mm-hmm. То есть много физической кондиции не те, да и первая игра, поэтому сезон только начинается. Ребята многие не сыграны. Могли выигрывать, можно было и лучше. Маем это еще маем. Вопрос о названии. Как вы пришли к этому названию? Что это значит? Это вот та фирма знаменитая Меркурий? Да, это знаменитая фирма Nike. Это чтоб в голову пришло первое. Мы так решили, сидели, увидели, да, так вот и назвались. То есть вы думали, как назвать свою команду, искали, и вот да, Меркурий звучит круто. Как-то. Посмотрели по футбольной. На футбольные бутсы, там написано Меркурий. Да. Думаю, что нет. Понятно. Ну вы какие-то уроки для себя вынесли себе после сегодняшней игры? Или все было как всегда? Ну, может, единственное, орговопросы какие-то есть там уточные? Ну, орговопросы всегда есть. Мы же как бы не первую игру играем. Команда давно существует, так что. Выводы, естественно, после каждой игры делаются. Поэтому, вот. То есть вы проанализируете, еще подумаете, что кому сказать и. Ну, в принципе, да, но немного другая ситуация, не буду комментировать. Но выводы сделаем в любом случае, какие бы они ни были. О названии. Что значит Про Минус Банк? Вы как причастные просто? Раньше все практически все там работали. Я в том числе. Mm-hmm. Сейчас банк, ну, футбол в банке загнил, но команда осталась. На своих хлебах играем.